Простите, что долго не уходила на связь. Поющая телеведущая Ольга Бузова после двух дней молчания вышла на связь и обратилась к обеспокоенным поклонникам с больничной койки. Иди в себя. Плюс больше поднялась температура. Все нормально, я нахожусь под контролем врачей. И еще, наверное, чуть-чуть полежу, потому что очень хочется спать. Чтобы 35-летняя Ольга Бузова перенесла сложную операцию, а спустя два дня опубликовала в сторис своего инстаграм-видео, в котором извинилась перед фанатами за молчание. Постоянно плачу. И не могу встать с кровати пока еще. Очень сильная слабость, температура. Думала, что станет легче, вам все расскажу, но легче не становится. Телеведущая с опухшим лицом поведала, что ночью у нее поднялась температура и ее экстренно госпитализировали. Но какую именно операцию ей проводили, она не уточнила. Все будет хорошо. Главное, самое страшное позади. Сейчас только нужно восстанавливаться. Не забудьте поделиться этим видео, а также подписаться на наш канал.